Так, возвращаемся. Всем привет, кто подтянулся. Тут герои. Загружаемся. Так, хаос. Так, возвращаемся. Так, я что-то где-то не... А вот она. И... Кому интересно, я думаю, оппонент тоже стримит. Поэтому можете смотреть параллельно его трансляцию. На heroes3.tv. Кто не знает. Кто может смотрит просто с Твича. И на Твиче, в принципе, можно найти. Так, что у нас здесь? Ну, оппонент сказал, что я ему сразу ход передавал. Поэтому... У него еще 20 с чем-то минут. Значит, у меня... Я даже не помню, что я планировал. Здесь у меня щит есть. Здесь у меня есть нагаш. С армией вообще никакой нет особо. Есть у меня айнин. Оппонент нам показывает, уже показал более сильную армию, чем у меня. Не знаю, за счет чего, правда. Он коней так и не поставил, возможно, что-то нанекрил. Выход у него здесь, у нас есть близкая возможность контакта, но там мне придется несколько каких-то охран пробить жестких. Здесь у нас Фиона просто тупо что-то собирать будет сейчас. Сейчас я планировал перебросить армейку и взять вот эту пандорку, инычку. И заодно, если получится, загрейдить питов. Пока план был такой. Для этого мне нужно где-то нарыть 5 ртути. Ртуть есть. Раз. Внешний рынок. Ну, мало ли что. Два. Еще где ртуть. Ртуть. Вот шахта ртути. Раз. Ртути нигде нет. Так. Ртуть вот где есть. Но туда еще дойти надо. Где-то бодались с компом, кстати, он, по-моему, умер, да, у нас, ну, два компа мы уже убили. По замкам мы впереди, у нас хороший доход, около 6000. Калх у нас с вивами. Есть еще 4 вива, не забывать. Есть вот этот хрень, но их пока сейчас не представляю, как пробивать. Тут, ну, тут тоже нечего ловить, мы разобьемся просто, да и все. Нагаша надо, наверное, разбивать. Или Мариус будет бить. Мариус, наверное, не успеет в Пандоре. Хотя, Мариус надо сначала землю выучить. Этих будет нормальное количество, поэтому... А, вот, кстати, у нас здесь плащ скорости есть. Я его что-то даже, честно, не заметил. Только замок взяли. Ну, он обнаружился. Это взяли. Питов загрейдим сейчас. И пойдем демонить. Потихонечку. Помаленечку. У нас есть импы. Возможно, сейчас я, кстати, гремлинов подвезу. Их много, кстати. А нет, их ни хрена не много. Есть у меня еще второй герой. Здесь вот. Тоже гремлины есть. Так, сейчас одну секундочку немножко отключусь.
Так, извиняюсь немножко, что отвлекся. Да, тут писали по поводу этого пари. Теперь мне надо будет ставки принимать от ладышей. Деньги эти где-то хранить еще не потратить. Вот сюда, кстати, можно было бы прорваться. О, не, не, уже нет. Было 20 вив. Я думал, их просто 20. А тут их стало полтос на этой неделе. Я офигел. Тут, кстати, хорошая допандорочка так-то. Ну, и либо квестовый очень жирный. Пока что